А Курский волейбольный клуб «ЮЗГУ Атом» завершил год на втором месте в высшей лиге А. Наши девушки последние игры 2017-го провели в Нижнем Новгороде. Местная «Спарта» оказала упорное сопротивление. В двухматчевом противостоянии курянки смогли одержать только одну победу. Да и она далась нелегко. Встреча растянулась на 5 сетов. Наши волейболистки ушли на новогодние каникулы с 14 победами в 18 матчах. Для них чемпионат возобновится 13-14 января выездными играми с «Олимпом» из Новосибирской области.